Всем добрый день, а мы гуляем. 3 июня 2022 года. И очень плакала и просила с нами выйти вот эта крошка мини Кохинур, которой 2 месяца, уже с лишним, 2 месяца и неделя. И вот это крошечное существо командирное выпросилась с нами гулять. Ну что ж, гуляй, ее никто не обижает. Вот этот вот карапузик. Ну, побегай, побегай с нами. С нами гуляет Сабина, наша немецкая овчарка, наша спанелька, старушка Чекуся. И все-все-все. Это сестренка Кохинур по папе. Да, которой, кстати, завтра исполнится 3 месяца. Наша красотулька Мирабель. Рошелька с нами, в общем, все-все, и даже кобели с нами гуляют, мальчишки. Вот они что тут творят. Алло, гараж, как я всегда говорю. Это Ролик, Скока, Филя, это наша Гермиона. Куда ты прыгаешь, колбасенок? Прибежала Кохинур. Кохинур — это девочка. Алеша, Фантазия. А это вот попа тут торчит, она там, видно, грызет что-нибудь вкусненькое. Это наша... Угадайте, кто? Чей хвостик? Чей хвостик? Чей хвостик? Ку-ку, лазь давай. Конечно же, это Акса Берсен, наша длинношерстная мадам. Это Жасмин. Ну, в общем, собаки, видите, так не особо активно бегают, потому что жарко. Хотя солнышко ушло, Елисей. Идемте посмотрим, где вообще все наши собаки. Тут в клумбе возится Леми. Я его сегодня опять Купидоном назвала на видео. Вы ж простите, иногда я заговариваю, собак много. Это так чисто уже бывает. Это Шакир Эфес, мальчик, который продается. Ему 4 месяца с лишним. Он полностью привит, чипирован. Красавчик Миник с широкими лапками, с хорошим костяком. Больше уже не вырастет. Крошка на ладошку. Вот такой вот красавчик. Космоса сын. И, кстати, внук Филиппа. Елисей пришел проверять. Алешенька наш. Все, полетели. Им нравится вокруг бассейна. Сегодня, вчера сын открыл сезон. Сегодня мы с дочей открыли сезон. Поплавали. Вода 24 градуса нагрелась. Ну, так себе. Холодно было, но... Ну, нам внизу чуть холоднее. Но, в общем, нормально мы сегодня тут уже дали. Поплавали, освежились. Так что классно. Собачек вчера чуть-чуть лапки помочили, но не купали, еще холодно. Но потом Этуалька тоже бы с удовольствием поплавала, но Этуаль мы туда точно не пустим. И я насмотрелась видео, как такие собаки когтями разорвали бассейн, и все на том. Поэтому Этуаль в пролете, пойдем на водохранилище плавать, на море съездим. Это все вот эти, нет, не все, это один длинношерстный мальчик. Покажи свою мордашку. Покажи свою мордашку, передает маме привет. Это Мутик, Мутобор. Угу. Так, кто тут у нас еще? Миша там мотается. Давайте кого-нибудь, давайте как-нибудь соберемся. Это Джакондочка. Это красотуля, доченька нашего чемпиона Елисея, красавица Виолетта, которая в поисках папочек и мамочек. Ей 3 месяца уже с лишним. Красотулечка продается. Боже, какая ты красивая и мягкая. Да, и ты пришел. И мальчик Леми тоже продается. Ему 4 месяца. Уже чуть-чуть больше. Привит. Готов к переезду. Мальчика мы покупали себе в питомник, но выбрали одного из них. Это будет наш... Купидон остается, вот этот мальчик остается. 2 мальчика, 1 пометника, красивые, курносые. Так, кого еще показать? Вот он вылез, наш пушистый хвост по кличке Акса Берсен. И вот ее сестренка. Акса тоже от мраморного нашего Роликса. А это кто здесь пришел? Расскажите, Кохинур. Тебе не больно по камушкам ходить? Лялечка ты. Лялечка, кнопочка открыта для резервирования. Привита уже первой прививкой. Джоконда уже полностью привита. И чипирована. И готова к переезду в любую точку мира. Вот она, красавица Лоскуша. Умная девочка. Характер чудо. Чекуся. Ой, ну что, еще красавца нашего вам покажу. Вот он наш Космос. Космос, красавец. Папаня. Очень красивый мальчик.
наш юный чемпион. Мальчик рекомендован к разведению в организации РКФ. Племосмотры, выставки, все мы уже проходили. Мальчик уже получили очень хорошее потомство от него. Ну, это видно по нашим деткам, которые бегают. Значит, у нас продается от космоса. Кто у нас от космоса? У нас от космоса Шакир, да, Кос? Черно-подпалый, короткошерстный миник. У нас от космоса Констанция длинношерстная, шоколадная. Сейчас покажу. Еще вот она здесь. Я ее не выпускала, потому что... Так, девочки тут стечками досиживают. Да, рада на няньках. Юля. Энечка. Вот она, вот эта красавица. Вот эта красавица Космосовна. Констанция Космосовна. Красотулечка, открыта для резервирования. Ну, красавица невероятно. Шикарная детеносик такой лиловый. Вот такая вот я шладкая, мягкая и хулиганистая очень сильно. Хорошая девочка. Хороший характер, замечательный просто. Так, а кто у нас еще от космоса? Все, что ли? Ну, в нашем питомнике. Также есть дети, которые от него, но не в нашем питомнике. Так, нет, за окорочка эти маленькие кусать не надо. От Роликса у нас продается дельфин. Роликс — это вот эта вот мраморная попка. Это вот дедуля заслуженный. Пошли, пошли бегать. Архонт. Ой, ну все. Кто еще? Кого я еще не назвала? Фанточка лежит, загорает. Короче, всех, где кто хочет, там вот так ведут себя взрослые собаки. Расклеились на пенечках. Ну, а кто у нас еще? Кто у нас еще? У нас от Елисея, от Филиппа у нас на данный момент нет деток в продаже. Все проданы. Мишута, вот этот Филиппович, продан. Мамуле привет. Скажи, я тут копаюсь, лажу в розочках. Любовь моя, Гермиона. Люблю вообще всех. Бажена, кстати, тоже дочь космоса. Ну, конечно, она не продается. Это наша красавица. Вот. И Жаночка, дочь космоса. Феодосия, маманька. Кто умеет глазками красиво показывать? Феодосия, девочка моя. Досенька, Дось. Знаете, как она делает? Досенька, вот такие глазки. Хвостик, девочка моя родная. Красавица. А где наша Рошель? Так, ну вот улиток точно грызть не нужно. Улиточки я конфискую у них. Так, Горюша наш, да, который продается. Алешенька, что мы там нажевываем так сладко? Очень вкусно. Сабинушка еще раз всем передает доброго дня и прекрасного настроения. Сейчас солнце ушло, слушайте, так хорошо. Отлично, просто гуляем. Замечательная прогулка такая получилась спонтанная. Мы наплавались с дочкой в бассейне, а теперь вышли погулять. Да, это красавец дельфин. Мирабо дельфин в продаже. Мальчик. Еще раз у нас 5 мальчиков и 4 девочки. Не, ну это кахинур, это вот этот вот хвостик на бочок, вот этот сладкий. Так, алло, гля, как она сдачи дает. Мутобор, нет, нельзя девочку обижать. Нет, не надо. Вот, иди к вот Космосовичу Шакиру. Вот Шакир тоже, вот он. И где-то и она такая будет, как Шакир, но не больше. Абсолютно. Так, нельзя обижать, Мутик. Мотик, скажи, ой, Сабину поцелую заодно. Бусинка, Сабинка. Сабина ее обнюхала хорошенечко. Вот так вот. Мутобор любит Сабину. А Сабина терпит своих чихуашек. Терпит. И тоже щипает. Вот, Архонт подбежал, который продается. И, конечно же, Джоконда. Это вообще подружка. Подружка. Так вот и кусают они. Ой, Акса пришла. Ну, в общем, вот, ребяточки, вот такая у нас такая идиллия. Алешек пришел со мной, скажи, поиграй. Все, разбежались? Нет, Джоконда любит Сабину. Да, Джа? Джа, девочка, которая ищет мамочку, папочку, самых лучших владельцев. Эй! Бусинка, Сабинка, мы ее называем, она Сабина. Сабуся, Бусинка. Ты наша Бусинка.
Наверное, у многих дома есть бусинки разных видов. Ну, вот такая красотулька. Это наша кошечка. Ласковыми именами можно называть какими угодно. И ласковыми, и вообще импровизация работает. Знаете, вот даже царица наша. Это цаца, цаца-маца, цаца-маца-ца. Царица. Ах ты, девочка моя. Сначала привыкаем к имени, а потом начинается импровизация. Вот Гермиона играет со своим братом Архонтом. Все предложения можно посмотреть на моих страничках. Хорошо, если быстро хотите посмотреть, кто продается в сообществе в Ютубе. Все выставлены щенки. Там мой номер телефона +7 978 745 80 62. Пишите WhatsApp, Viber. Я всегда на связи. Уточняйте. Сразу пишите, из какого вы города и страны, чтобы мы могли уточнить возможность и стоимость доставки. Доставка есть, в принципе, в любую точку мира. Вообще в любую. И в Америку, и в Англию есть доставка. Но, естественно, за определенную стоимость. По России есть совсем недорогая доставка. Кошенька, что мы там чешем? Что мы там чешем? Ни одной блохи и клеща у наших собак нет. Собаки чесаться могут просто так, потому что им хочется что-то почесать. Люди тоже все время себе чешут нос, ушки, лицо и все остальное. Собаки тоже чешутся. Это нормально. Так, главное, чтобы под этими, там, где чешется, не было расчесок, перхоти, а так вообще не проблема. Поэтому иногда меня спрашивают, почему собака чешется. Ну, легко очень понять. Если собака обработана вовремя от блох, клещей, и у нее нет никаких расчесов и перхоти, то, конечно, тогда ничего страшного. Ну, почесалась. На попе может проехать тоже, ничего страшного. Это, так, это Виолетка, красотуля. Тут что-то нашел Миша с Шакиром. В общем, все дружат, играют, и очень неплохо разгулялась Кахинур. Рычат. Это кто там? Это рычит Шакир с Мишей. Вот такая вот шкодная игра. Ой, ты, мальчишки. Вот они одинаковые. Шакир и Миша, у них разница в один день. Шакир родился 30 января, а Миша родился 1 февраля. Два дня, да? Один-два. Вот такие они абсолютно одинакового размера. Оба миники. Ну, будут около 2 килограммов. Не думаю, что больше. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Все так примерно, условно. Сладкие такие. Вот такие. А это наша Жасминка. А это наш Купидон. Что мы тут нашли, Купик? Ушки слушают, а мордашка не подымает. Что мы там нашли? Палочки какие-то жуем. Носы, курносы. Молодец. Царица наша там развеселилась, разбегались. Ну что, веселая прогулочка. Надеюсь, вам с нами тоже было весело. Насколько это возможно. Да? Это тут дедуля Филиппуля играет с Жаночкой. Жаночка внучка вот этого Филиппа. И дочка вот этого Космоса. Да, мамочка у нас не живет в нашем питомнике. В дружественном живет. Да. Жануси! Жануси! Ты такая Жануси! Жануси 7 месяцев. Она очень контактная девчонка, такая разговорчивая, кстати. Что, папу пришла подтолкнуть? Ай, ты такой! Ты мордоворот? Кого мордочка такая красивая, а? Жануся! Ты Жануся наша! Эти как близко снимаю, да, весь экран. Рассмотрите нас поподробнее. Вот. Жанусечка у нас черно подпала, а Космос у нас лилово подпалы. Это Филиппа. Дедок. Дедок. Ой, ты мой сладкий. Он является прадедушкой нашей Констанции. Это Артемида. Наша стандартная крупная девчонка. Да, мы стараемся, чтобы, конечно, в разведение шли только крупные особи. Стараемся. Но не все они у нас крупные. Есть и вот такие, которые 2400 весят без жирка. Все, на этом я буду заканчивать. Что такое ролик? Промазал? Заканчивать это видео. До новых видео, до новых встреч. Всем пока. С любовью, с уважением, с хорошим настроением. Домашний питомник Кастропула из города Симферополя. Обнимаю вас, люблю, целую.